Приветствую всех любителей паракорда на канале Technics Reviews. Сегодня будем изучать новое плетение, а по большому счету заниматься камасутрой. Почему камасутрой? Потому что это плетение очень сильно напоминает приемы камасутры. Для этого я взял два кусочка паракорда, сложил вдвое оба кусочка и соединяю для возможности начала плетения. То есть вот таким вот образом соединяю. Затягиваем и начинаем плести камасутру. Перекрещиваю под синими направляющими красные нити. Вот так вот перекрестил. Теперь беру одну нить синюю. Завожу снизу в петлю, образованную красными. Показываю. Теперь беру вторую синюю. И также завожу в петлю, образованную красными. И задаю вопрос. А чем не камасутра? Вот поэтому я и считаю, что такое плетение называется камасутра. Ну, естественно, это все шутки. Далее беру один хвостик и пропускаю таким образом. Я сейчас покажу точно так же и на втором, для того, чтобы можно было повторить. Даю время для повторения. Надеюсь, достаточно времени. Если недостаточно, можно ставить проигрыватель на паузу и смотреть, как это выполняется. И после этого начинаем затяжку. Затяжку делать нужно последовательно. То есть подтягиваем синие, подтягиваем красные, но не очень сильно, для того, чтобы плетение было не напряженным, а таким достаточно мягким. И поправляем так, как нам хочется, чтобы это было более наглядно, визуально. Вот получается первый узел плетения. И переходим ко второму узлу. Для этого опять перекрещиваем красные. То есть просто берем, перекрещиваем. Опускаем синие. И поступаем аналогично. То есть синюю заводим снизу и эту заводим снизу и опять получили камасутру.
Или просто человечка, голова, ручки, ножки. То есть кто как увидит. Мое извращенное сознание показало мне Камасутру. Один кончик заводим в серединку. И второй тоже сзади, тоже в серединку. Сейчас я это все ослаблю и дам время для повторения. И теперь начинаем подтягивать. Подтягиваем, как я говорил, последовательно. То есть подтягиваем красные, подтягиваем синие, вытягиваем хвостики и поправляем . То есть здесь все можно настраивать индивидуально. Каждую ниточку подтянуть, поправить, расправить. И получается вот такое плетение. Повторяем. Перекрестили, опустили, завели в петлю. Вторую завели снизу, можно чуть-чуть подтянуть, теперь заводим снизу. Вторую аналогично. Третий раз я уже показал медленно, после этого еще пару раз проплету для того, чтобы получить окончательный узор, который получается. А вы уже можете этих первых три узла рассматривать для повторения. И теперь я уже повторяю без задержки, для того, чтобы увидеть полностью, каким получается плетение.
Ну, и еще делаю один узел. Точно так же проплетаю. И вот то, что у нас получается. Получается вот такое плетение. Достаточно красивое. С другой стороны, оно выглядит по-другому. Тоже интересно. Вот такими вроде бы как крестиками. Ну, а это вот лицевая сторона. То есть для тех плетений, которые выполняются в два цвета, вполне приемлемое и интересное плетение. По крайней мере, оно всегда будет выглядеть оригинально. Это то, что я хотел сегодня вам показать. Плетение, которое называется Камасутра. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео. Для любителей паракорда есть отдельный плейлист «Энциклопедия паракорда», где собираются все видео по плетению и работе с паракордом. На этом сегодня все. Пока-пока.